Сама Анна Мезина называет себя художником-самоучкой. Художественный вуз не оканчивала, по образованию биохимик, но в один прекрасный момент желание творить пересилило тягу к науке. Начала с портретов и пейзажей. В 2003-м сделали выставку, там в основном была крымская коллекция. Мы туда несколько лет ездили. Последние 2 года именно работаю над тем, чтобы было все. Было фэнтези, было и натюрморты. Но самое главное, чтобы было настроение. Анна работает в разных техниках и направлениях. Пишет акварелью, маслом. Есть среди ее картин пейзажи, знакомые каждому видновчанину. Но с особым азартом художница рассказывает о своих картинах в стиле фэнтези. Коллекции фэнтези, они, как правило, мне снятся. Ну, вот эта картина мне приснилась неделю назад. Пока фэнтези настолько именно мои внутренние философские картины, мне их даже тяжело дарить. Уж не то, что продавать. Недавно Анна Мезина провела в Центре соцобслуживания Веры художественный мастер-класс, где учила пенсионеров работать с акварелью и создавать натюрморт. Совсем скоро она начнет обучать людей преклонного возраста на постоянной основе по собственной методике под названием «По стопам Ван Гога». Если есть там у пенсионеров какой-то потенциал, они его доразовьют, я могу подсказать свой именно конкретно свой опыт. Сейчас художница активно готовится к персональной выставке в историко-культурном центре, которая пройдет в июле, и ведет переговоры с музеем Ленина, где собирается выставить 2 нетипичные для себя картины – «Крейсер Аврора» и портрет Феликса Дзержинского. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, «Видное ТВ».